Привет, народ! Продолжаем кино про субаровские сайлентблоки. Вот эта версия от STI VRX. Цельнорезиновый сайлентблок. А это от простого Legacy. Гелевый. Смотрите, в чем разница. Толщина металла. Я просто офигеваю. Смотрите, какая толщина. Тут 6 мм. Тут 2,5. Как видим, я уже снимал видосики по этому поводу. И, к сожалению, этот сайлентблок тоже порвался. Вот смотрим с обратной стороны. Видно здесь надрыв. И здесь вот на этом легасевском тоже характер надрыва такой же. Сейчас я что думаю, взять, распрессовать вот этот вот до такого вот состояния и попробовать его разрезать и посмотреть, что у него внутри VRX-овского. И еще хочу отметить то, что к нему идут совершенно другие резинки. Если вот к этому идут вот такие резинки, то есть они два диаметра у них. Вот большой и маленький диаметр. Вот сюда ставится вот так. А эта резинка с обратной стороны ставится туда, под него. То вот к этому идут другие, вот такие вот просто резинки. И другие идут к нему, вот эти вот шайбы, тоже другие. Здесь вот шайба большая идет, и с обратной стороны обычная, как бы, шайба маленькая. Ладно, потащим его на пресс, распрессуем и посмотрим, что у него внутри. Даже самому интересно.